Привет! Сегодня я решил сделать ролик про нового меха на рыцаря под названием Вармиллион, который относится к линейке безумия роботов. Также у меня есть свой собственный дискорд-сервер, на котором мы общаемся, угораем, играем в мультиплеер, да, и просто общаемся. Цензуры почти нет, кроме 18+, и умеренного мата. Также обновление сервера выходит каждые 10 человек. К примеру, сейчас у нас на сервере 38 человек, на 40 будет небольшое обновление, а на 50 будет масштабное. Заинтересовал? Тогда let's go на сервер. А теперь мы перейдем к видео. Всем, конечно же, приятного просмотра. Можете что-то заваривать, пить. Но все-таки я вам желаю приятного просмотра. Нахаслил себе на Леона за... Я сказал, что тебя люблю, я люблю лишь семью и большой нам. Во-первых, поговорим про сам скин. Стоит он, на удивление, 233 самоцвета. Чтобы вы понимали, насколько это мало, по сути, даже стартовая прокачка персонажа, вот, которая первая, она стоит 500 самоцветов. Ну, или просто в забеге немного поиграть до второго локации, и, в принципе, все, 200 самоцветов ты купил скин. Но также скин очень хорошо проработан, думаю, это просто как подарок от Чилерум, ведь скин по анимациям тянет на все 15 тысяч самоцветов, но разработчики решили сделать именно так. Сам меха, по мне, один из лучших в игре. Мне стало трудно сказать, лучше ли флешбэк на эльфа, но то, что меха ба, это 100%. Его статистики таковы. 120% критический урон, 240 здоровья, 60 брони, энергия 100, скорость хода 7. Стандартные статистики для сильного мехи, как по мне. Его стартовое оружие — это переделанный алый бес. Вот я одного понять не могу. Либо я такой незучий, или что. Но у меня алый бес не падает в катках от слова совсем. Я сыграл, наверное, более 30-40 игр в безумии роботов. И алый бес мне может попасться 1-2 раза. Возможно, это самое редкое оружие в режиме, или это я такой везучий, ну ладно. Оружие, как по мне, очень сильное. Ведь, по сути, ты можешь стрелять куда хочешь. Ведь разбор с оружием очень большой, при взрыве дальность отскоков тоже не маленькая. Самое оружие наносит тоже не маленький урон. А также с билдами у врагов нету шансов победить рыцаря с этим мехой. Я когда обновил игру, сразу же пошел играть на данном мехе, и я с легкостью набил 60 левел, что для меня не удавалось сделать даже на флешбеке или лунной стали. Это скины на паладина и эльфа, которые раньше считались самыми имбовыми. Навык у мехи средний, суть его в том, что при использовании навыка на 6 секунд рассыпляется огонь дракона, который можно регулировать с помощью того, куда ты идешь, который на врагов налаживает рандомные эффекты, либо огонь, либо яд и еще некоторые. Полезными перками безумия роботов под данного меха будут скорость стрельбы, дополнительное здоровье, уменьшение здоровья, дополнительные шестеренки и дополнительный урон. А про оружие, которое будет отлично заходить под данного меха, это вулкан. Желательно найти фиолетовые редкости, но это не всегда получается, поэтому ищите вулкан любой редкости, неважно, зеленый, синий, самое главное вкачать его. Все фасеточные глаза, это наружу сейчас называется по-другому, но не суть. То же самое, как с вулкана, постарайтесь найти более редкие, не находите, просто качайте, какое нашли самое редкое. Ну и алый бес. Прикиньте, какое будет это мясо, если вы на данном мехе найдете алый бес, причем на фиолетовую редкость. Я посочувствую врагам, которые встретятся вам на пути. Ну и по итогу, при игре на данном мехе я был сильно удивлен, ведь я до конца считал, что меха на мага воздуха лучший меха из всего обновления. Алый бес — это слабое, да и еще и редкое для меня оружие. Но поиграв одну катку в убойном режиме, я переобулся и стал крабсбургером. Поэтому я озвучиваю это видео на микроволновку. А вообще, меха имба, по сути, это халявная убойка и куча эмоций от данного мехи. Спасибо разработчикам за то, что они сделали такой офигенный скин для free-to-play игроков, ведь когда я, опять же, снимал видео про лучшего меху безумия роботов, мне в комментариях писали, что режим без доната возможно ли вообще пройти. Теперь, как вы понимаете, возможно. Но на этом наше с вами видео подошло к концу. Всем спасибо за активность, почти набранную цифру 800 подписчиков. Вы, конечно же, красавчики. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.